Всем доброе утро! Я бодра и весела, как некогда. Нет, как никогда. Даже говорить еще не могу нормально. В общем, я проснулась, Алишер уже ушел на работу. Ой, что-то бог парит. 10 утра сейчас. Поставила завтрак готовиться. Сейчас у меня будет вкусная-привкусная кашка. Покормлю всех животных. Вот кот. Собака там лежит на кровати. Ой, на кровати. У кровати. Но кровать не заправлена, поэтому пока показывать не буду. Вот я хотела похвастаться. Наша первая порцайка детских вещей. Вчера вот то, что я стирала, Алишер это развесил ночью, я уже спала. Причем я проснулась от того, что он смеется. И говорит, ты что смеешься? Он такой, они такие маленькие носочки. Он там держал вот эти вот носочки в руках. Такие малюсенькие. Так что Алишер был довольный. И я сниму про одежду. Обязательно. Только я не буду всю одежду снимать, потому что вот эта половина того, что у нас есть, вторую половину я только что загрузила в барабан, потому что это скоро... Но оно уже почти высохло. Скоро уберу в контейнер. Вот, еще гладить надо будет. Так что если я буду вам показывать всю-всю-всю одежду, то это видео будет за минут 40, наверное. Поэтому мы ограничимся. О, завтрак приготовился. Все, надо идти кушать. И потом я приведу себя в порядок и сделаю себе что-нибудь на голове. А может так ходить? Первый урок у меня 11:30, так что у меня еще есть время подготовиться. Ребятки, вы периодически спрашиваете, когда я буду менять заставки, которые у меня сейчас на канале. Я их поменяю только, когда родится малыш. Потому что сейчас я такая... круглая. Смысл мне сниматься не хочу. Вот. А эта заставка достаточно новая на этого года. Так что она пока останется. Вот. Потом родится малыш. И, наверное, я сделаю какую-нибудь заставку с малышом, скорее всего. Потому что он во влогах будет много участвовать. Так что потерпите где-то до Нового года. Я отправилась в Сбербанк. Помните, я в пятницу не пошла, потому что дождь шел. Вот теперь иду. Надеюсь, там не будет очереди, потому что сейчас что-то типа 2 часа дня. Или около того, но не позже. Вот. Так что еще не должны все набежать. Я уже провела один урок. Там дома у меня сохраняется влог. Как раз приду, наверное, уже сохранится. И стиралка стирает эту вторую порцайку вещей детских. Уже почти достирала. Так что я первую часть приду домой, присниму первую часть сушилки. Сложу пока не поглаженную. Думаю, буду гладить все. И надеюсь, сегодня немножко погладить. Но не знаю, успею или нет. Вот, и развешу вторую часть, а потом будет еще третья. А потом можно стирать наши взрослые. Вот так. А я уже вернулась домой. Уже снова переоделась в домашнее. Надо завтра другую майку надеть. Снова села за комп, публикую влог. У меня прям наполеоновские планы. Я сейчас должна поесть, потому что я ужасно хочу есть. Убрать высохшие детские вещи, пропылесосить, а потом развесить те, которые уже постирались. Пропылесосить надо между, чтобы пыль не осела. На этом все. А то тут уже снова, хоть вчера вечером мы пылесосили, Рекса опять натрясла шерсти. Мы вообще хотим купить какой-нибудь крутой пылесос, но я никак не могу выбрать реально крутой пылесос. То есть, чтобы он не просто дорого стоил, а чтобы он... как следует, убирал ту тонну шерсти, которую скидывает Рекс. Кстати, если у вас какой-нибудь мега-супер-пупер пылесос, которым вы довольны, напишите, пожалуйста, какая у вас модель. Потому что я уже... Мы пробовали разные. И моющий пылесос у нас был, и просто маленькие пылесосы, но что-то не особо. Я вот присматриваюсь к вертикальным. Но не знаю, как это будет. Вот, и, в общем, попался мне... комментарий, вопрос в комментариях, я ожидала, что он возникнет, почему Алишера не было на дне рождения у мамы. Он был, он просто приехал попозже, потому что он по субботам работает, поэтому он не попал в те моменты, когда я снимала, потому что я снимала сначала, ну, короче, только когда начинался праздник, и кусочек там в серединке, вот, Алишер приехал на последние 1,5-2 часа, наверное, где-то, да, вот, и я его уже не снимала. Кто это? Кто-то? Ой, стой! Рекс, а кто пришел-то? Сын.
А ты откуда-то узнала, что это не чужие, а ты начала вилять хвостом, когда зазвонил. Да. Ну иди, иди, скорей, скорей. Иди приветствуй Рекса. Иди, давай, давай, давай. Давай. Давай, давай. Давай. Радость-то какая. Какое счастье. Да, и игрушку, и полотенце, все бери с собой. Скорей, и шкаф снеси, обязательно. Она не может. Вот просто... Рита же собаки. Возись, она может. Попрыгушки. Ну, и какие влипуськи. Девочки, рексики. Куда ты пошла там грязь? Сумку посмотри, что... Что-то принесли, наверное. Ой. И Кузьма такой, а что происходит? У нас вечерний вечер, как я люблю говорить. Я уже провела 100-500 уроков, 11 вечера. Но у нас тут процесс полным ходом, потому что Альшер собирает кроватку. Я не снимала, потому что... Делала уроки, потому что занималась со студентами. А вот сушится вторая порция белья этих детских всяких чудесных костюмчиков. Я переоделась, потому что я ужинала и заляпала футболку. Кстати, надо пойти постирать, я ее замачивала. В общем, ладно, оставлю вас с Лешером, а сама буду доделывать свои рабочие дела. Но мы не можем поставить ящик, потому что тут немножко кривовастенький, надо еще что делать. Потому что болтики потерялись и пришлось докупать, и они немножко другие, поэтому... Поэтому вот так вот. Что ты снимаешь, мой живот? Такая вот красивая. Ты можешь подвинуть уже комод, наверное, поближе? Давай он будет ближе к кровати. Не, пока давай, пока там не установим. Так, что я хотел? Что ты хотел? Я хотел... Почему вот эта надпись внутрь попала? Я не понимаю, снаружи должна быть. Почему? Не должна она быть снаружи. А, да, все понял. Потому что это... Они с двух сторон. Здесь и здесь. Только матрас надо поскорее забрать, а то если кот сюда прыгнешь, он, конечно, вряд ли рейку проломит, но все равно надо накрыть, они хрупкие. Пока там есть матрас. Он же не подойдет. Не, мы просто ничего не будем ставить. И я бортики закажу на Озоне. Очень круто. Очень-очень здорово. Блин, даже не верится. Такое все завалено вообще. Раздрай такой
куча хлама, и только Кузьма счастлив, что поставили коробочки, да, и... Кузьма, ты, дай волю, ты бы всю комнату заставил коробочками, да, и ползал там в этих коробочках и жил в них, правда? Да? Довольный кот. А собака у нас в шоке. Ей не очень нравится все это. Так и с игрушком, с яблоком, с кормом. С игрушкой. Все? Класс. Ты крутой. Молодец. Все, ящик я собрал, остался. Так что там нет претензий. К тебе еще ящик. А мне еще гладить. Вот это все высохнет, и потом я буду гладить. Фиг знает когда. А потому что если я буду так каждый день работать, то как раз к родам и поглажу. И вся камера в слюнях кота. Круто. Мы очень увлекательно проводим время. Мы смотрим, сколько стоит ДСП на строительных магазинах и раздвижные двери. Потому что мы уже думаем, может, самим этот шикарный дурацкий сделать. В общем, бурное обсуждение. Алишер тут продолжает что-то подкручивать. У него это... Да, вот что-то не поднимается оно у нас. У него простите. Процесс. 12 часов. Я так и не доделала все дела, которые хотела. Все. В общем, что? Ты там спишь сегодня? Там нет матраса. Убери только это, за собой инструменты все. Короче, я сейчас буду монтировать влог и ложиться спать. Да? А ты будешь ложиться спать? Да. Повезло. Кузя, а ты все тут сидишь? Я как представлю, что будет, когда мы будем делать шкаф. Там столько в нем вещей. И это все будет храниться здесь, в комнате. Это знаете, сколько там? Это как 5 раз по вот этой куче. Это же ужас будет. И это минимум на пару недель. А куда мы будем это складывать? Как мы будем передвигаться по квартире, я не знаю. Так что шкаф – это очень-очень важно. Вот животик тоже так считает. Все, пока-пока.